В универсальном спортивном комплексе Подмосковья юноши и девушки соревновались за путевку на чемпионат и первенство Российской Федерации по чирспорту, которое пройдет уже в мае в Москве. В региональном этапе состязаний приняли участие более 800 спортсменов из 25 клубов. География их обширна – Звенигород, Дубна, Королев, Истра, Химки, Балашиха и другие города. И сегодня большое количество участников, чему мы рады, растем, развиваемся. Я могу отметить, что выросли все, и уровень конкуренции подравнялся. Ну а судьи определят, кто реально победитель. Это спорт. Под громкую музыку в ярких костюмах участники показали различные программы, включающие пирамиды, танцевальные и гимнастические элементы. Юноши и девушки соревновались в дисциплинах чир-джаз, чир-фристайл, чир-хип-хоп и впервые в дисциплине баттон-твирлинг. Чирлидинг в нашей стране – молодой вид спорта, но ежегодно он привлекает все больше людей. Московская область является одним из лидирующих регионов страны по чир-спорту. В составе областного отделения более 4500 спортсменов и 176 тренеров, среди которых действующие чемпионы России, Европы и призеры чемпионата мира. Я думаю, что этот спорт привлекателен, потому что он открыт и доступен практически каждому. Нет ограничений по возрасту, нет ограничений по спортивным каким-то данным особенным. То есть это не художественная гимнастика, куда берут только избранных. Для каждого найдется место в этом спорте, и каждый сможет найти себя и защитить какие-то разряды спортивные, получить награды. По итогам соревнований победителей и призеров во всех возрастных группах в каждой дисциплине наградили грамотами, медалями и кубками. В общекомандном зачете первое место заняла команда «Электро» из Дубны, второе место – команда «Орион» из Химок, третье место – «Чирленд» из Королева. Евгения Корыть, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.